Thank you.
сражалась с документами. Как вы видите, сегодня играет Кыргызстан с Узбекистаном. Сейчас идет вторая партия. Счет 17-12. Первую партию выиграл Кыргызстан. Я стараюсь, чтобы камера была чуть четче. Казахстан с Таджикистаном. Счет был 3-0. Казахстан одержал победу. Сегодня, как вы видите, идет полуфинал. Счет 19-14. Нет, ошибка 5-го номера связующего Мухаммад Али. Отлично. Четвертый номер Собиров Исламджон забил своим нападением во второй зоне. На подачу идет игрок 5-го номера Мухаммад Али. Счет 20-15. В пользу Кыргызстана! Отлично!
также была игра Узбекистан с Кыргызстаном. Вместо пятого номера вышел 11 номер, капитан команды. У него отчет. Свои. Допускают свои ошибки. Вчера, как просили наши зрители, Узбекистан-Кыргызстан была игра. Было... партии со счетом 3-1 вчера Кыргызстан выиграл. Замена, вместо 14 номера вышел первый номер. Девятнадцать двадцать три. Он только за Егерма Оч, Кыргызстан Хазарча Олденде. Подача Ге. Етинчи ракамли Уинчи. Сабиров Ахрончан, подача Ге. Тайм-аут. Олденде. Бугун полуфинал болады. Сейчас состоится полуфинал между Кыргызстаном и Узбекистаном. Ожесточающая игра, как и вчера. Вчера также была игра, в котором Кыргызстан со счетом 3-2 победил. И сегодня полуфинал. Финал завтра. Финал эртеге болады. Здесь
партия бар. Не все кончено, не все. Можно выйти. Можно взять последнюю партию. Но все равно Кыргызстан тоже молодцы. Они показали себя, они не сдались. Так как у них намного больше опыта. Первая партия также пошла в пользу Кыргызстана. Как вы видите, по той стороне болельщики Кыргызстана. В этой стороне болельщики Узбекистана, только я сейчас не смогу вам показать. Сейчас идет разминка. Идет разминка. Я хочу сказать, что завтра в 10:00 и в 12:00 будут играть девушки, женщины. Будет финальная игра. И в 15:00 и в 17:30 состоится игра мужчин. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Birinchi partiyada uzr bo'lmadim. Endi keldim. Общий счёт aytadigan bo'lsam, общий счётда 2:0. Начало третьей партии. Учинчи партия бошланды. Топны майдонге. Омринчи рақамли. Ойнчи кырғыз батты. Скидка. Счет 1-0 в пользу Кыргызстана. Подает 11 номер. Майдон на нашқарға чіп кетті. Шот 2-1.
Короче, да. Yeah.
8-2 Кыргызстан азырча алдында. Попал в сетку.
27-13. Подает игрок Узбекистана, пятый номер Мухаммад Али. Кыргызстанлы ойынчылар жүдәем
қайтыс жоқ, ортаға қайтыс жоқ. Оп!
18-24. Он саткузу и Ермакор учичу партия бор. Soat 10:00-da hamda 12:00-da qizlar, 15:00-da hamda 17:30-da o'g'il bolalarimiz finalni o'yinda o'ynashadi. Barcha kuzatuvchilarga rahmat deyman. Kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Не забывайте подписаться на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Завтра, дай бог, мы с вами встретимся. Всем спасибо. До свидания. До завтра.